Всем привет! Вы на канале Тиков КТВ, и сегодня я снимаю видео про Monster High, которое называется «Утро Элизабет». Итак, начнем. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. Ну что там еще? Дзинь-дзинь. Да блин, иду. Дзинь. Ой, ну что там, не могу. Дзинь-дзинь. Дзинь-дзинь. Пик. Хорошо, все. Нехорошо. Так, надо бы встать. Фуф, надо заправить теперь постель. Ну вот и все. Все готово. Ой, теперь я думаю, надо бы переодеться, а то я в пижаме не люблю ходить. Так, теперь я думаю, надо бы и обувь одеть. Теперь я одета, но теперь, я думаю, можно пойти позавтракать. Так, что у нас там есть? О, Клавдия, доброе утро. Доброе утро, там у нас пончики, хочешь? Пончики я люблю, это хорошая идея. Ща достану начало. Это... Сейчас тарелочку себе. Тарелки, где все тарелки? Не бойся, сейчас я их тебе достану. Ты иди пока. Иди. Ой, ладно, иду. Ну, Сэндс, привет. Привет, давай, иди быстрее, а то сейчас я все пончики съем. Нет, быстрее, надо сесть. Так, все, я села, сейчас надо подождать. Как же хорошо попить кофе. Какое вкусное же кофе. Обожаю. Ой, так, попробуем-ка на вкус этот вкусненький донатс. Так, сейчас. Так, пахнет аппетитно, сейчас попробую на вкус. Как вкусно. Какой бы вкусный этот донатс, очень вкусный. Так, думаю, пора идти уже, причесываться. Сейчас я встану и пойду. Сделаю себе хвостик. И мне уже надо будет идти на работу. Ну так, сейчас посмотрим-ка. Какой кошмар, какие у меня волосы. Ну все, надо срочно делать хвостик. Я же не пойду в таком виде. Сейчас сделаю. Так, все, я почти готова. Осталось ко мне совсем немножко. Так, ой. Там Клавдия моет посуду. Эй, не снимай. Да не снимаю я. Сейчас надо взять мой телефончик, положить его в сумку, и я пойду. Так, сначала одену очки от солнца. А то у нас там солнышко, ведь... Ну, начало утра, нет солнца такого, зато днем будет жара. Готово. Теперь шляпку. Вот и все. Мне пора на работу, поэтому, ребята, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока. Пока.